Итак, друзья, здравствуйте. Пришла очередная посылочка, о которой мы сегодня и поговорим. Что хочу сказать? Пришла она довольно быстро. Снова могу сказать, что ее вскрывали на таможне. Это, конечно же, снова неприятно, но никуда не деться. Сегодня пришли к нам часики. Так, мы их не откроем, поэтому давайте откроем их. Ну, кстати, чтобы посмотреть, в каком состоянии непосредственно пришла наша коробочка, давайте попробуем открыть со стороны той, где, как вернее, открывали непосредственно в таможне. Вот в таком виде пришла наша посылочка. Открываем, достаем. Пакетик выкидываем. Значит, вместе с коробочкой у нас пришла и бумажка непосредственно, ну, как обычно, накладная. Идем дальше. Коробка, мы видим, вскрывалась или не вскрывалась, даже не пойму. Углы побиты, помяты. Здесь это значит, что все-таки ее швыряли, кидали. Но ничего не поделать. Такова судьба, или, как говорится, целя ви. Ну что, смарт-часы, написано Smart Band. Открываем. Да, основная была открыта. Вот я ее не трогал. Она открыта. Все остальные это скотч, на который заклеивали товарищи наши не почтальоны, а непосредственно на таможне. Давайте же посмотрим, что у нас здесь. Открываем. Я, конечно, пугаюсь, очень пугаюсь. Даже не знаю, есть ли там часы, но, скорее всего, они есть. Я видел на других видео, что здесь коробочка должна быть черненькая, бархатистая, но она не такая. Значит, как-то можно посмотреть, оригинальные ли эти часы или нет. Хотя, я не знаю, к этой марке относятся или просто к Xiaomi, поэтому откладываем, быстренько смотрим, убираем шок. Значит, вот такая штучка, вот такая штучка. Пакетик. В пакетике действительно часы, те, которые я заказывал. Белый USB и непосредственно буклетик. Все, что приходит. Значит, разбираем, смотрим, что у нас за часы. О-о-о-о. Ребятки, вы видите, что я пользуюсь непосредственно Mi Band 2. Здесь часы из металлического металла и каленого стекла. Ребята, это интересно. Кожа, вернее, резина или силикон действительно очень симпатичный, очень приятный на ощупь. С двойными вот такими стабилизаторами. Металлический вот эта вот хрень металлическая. Ну и USB, чем я еще мне нравятся эти часы, понравились тем, что вот это вот USB должно быть на магнитах. И это очень важно. Он просто, зарядочка происходит путем, вот так вот мы магнитим их, по идее, вот так. И включаем непосредственно в USB, зарядка пошла. В общем, ребята, о дальнейшей своей эксплуатации я вам обязательно расскажу, покажу, как она носится, как она смотрится. Самое большое, ну, кстати, они работают даже. Самое важное, что я хотел вам, ребята, сказать, чем они отличаются от этих часов, от Mi Band, тем второго, именно тем, что эти часы имеют функцию измерения давления. Для меня это очень актуально, очень важно, поэтому я проверю, как они работают, как давление будет вот реально или нереально с помощью механических тонометров. Вот, и электрического тонометра. Я проверю и там, и там, и сравню с показателями этих часов. Ребята, вы все это узнаете в других видео, которые будут называться уже «Опыт ношения» или что-то в этом роде. Друзья, мне нравится пока функционал вот такой. Можно отслеживать сон, сердцебиение, будильник. Все то же самое, что в Mi Band 2, но единственное плюс – это же, конечно, возможность смотреть свое артериальное давление. Ребята, на этом все. Всем приятного просмотра. Обязательно записывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Счастья всем. Опа, музыка больше не идет. Всем добра, всем пока.